Ремонт сельских домов культуры завершается на Камчатке. Накануне в поселке Козыревск Усть-Камчатского района приняли работы по ремонту фасада досугового центра «Ракета». Работы выполнены в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Совместно с администрацией Козыревского сельского поселения мы в 2020 году закрываем направление национального проекта по проведению капитальных ремонтов сельских домов культуры. Этим объектом стал Дом культуры в поселке Козыревск. Мы отремонтировали там фасад. Это был 4-й объект из 4 запланированных в 2020 году. Стоит отметить, что по результатам конкурсных процедур сложилась экономия, достаточная для проведения дополнительных ремонтных работ. Так, например, в ДК «Зеленый» мы провели капитальный ремонт кровли, а в настоящее время проводится капитальный ремонт зрительного зала. В целом, в 2020 году на реализацию данного направления, капитальный ремонт сельских домов культуры, направлено 33,3 миллиона рублей. Из них 88% являются средства федерального бюджета. Также в этом году капитальные ремонты фасадов домов культуры, помимо Козыревска, прошли в поселках Зеленый, Коряки и селе Сосновка. Отметим, одним из приоритетных направлений работы правительства края в рамках нацпроекта является возрождение домов культуры, особенно сельских. Сеть культурно-досуговых учреждений региона – это почти 40% от общего количества организаций культуры. Более половины из них находятся в сельской местности и часто являются единственными такими учреждениями в отдаленных населенных пунктах.